Отвоевали. Столичную центральную детскую библиотеку имени Шевченко продавать не будут. Такое решение сегодня принял Киевский апелляционный суд. Выставить на продажу здание практически в центре города захотел Киевсовет. Но против выступила прокуратура. Впрочем, сегодняшнее решение еще можно оспорить. Директор библиотеки знает, как окончательно поставить точку в этом деле. Зараз ми будемо звертатися з листами, щоб передати чи на баланс департаменту культури, чи нам в оперативне управління, щоб на майбутнє уникнути таких посягань.